Горбатьева и Александр Козыра, друзья, ваши гласветы. На годной команде, интернациональной на годной команде. Итак, и первый приз они вручат борьбатокам 311 Матвей Стариков, Адана Рахмежа, Гуратон Султан, СНЛ Студио, тренеры Анна и Дмитрий Стариковы. Михаил Шабуня, Василина Зубова, Минск, ВПТ, тренера Елена Карпенко и Дарья Зубова. Бронзовые медали пара под номером 259. Иван Кузьмичев, Арина Панасова. Город Бриянск, Старлай Данс Клаб, тренеры Руслан и Валерия Айдер. Четвертая позиция. Пара под номером 282. Арсений Скворцов, София Карпенко. Старая Кубавна, Эдене Данс Клаб, тренеры Роман Фадеев и Галина Малкина. Пятое место, пара под номером 279, Илья Васильев, Елизавета Хоба, Москва, клуб «Алые паруса», тренеры Игорь и Инесса Кондрашовы. И шестое место в этом финале занимает пара под номером 209, Николай Черняк, Мария Самойленко, Минск, ПБД, тренеры Елена Карпенко и Дарья Зубова. Ну что же, сейчас, когда будут вручены все награды, можно будет фотографировать, друзья, все официальные фото нашего турнира уже завтра на сайте gooddance.ru. Заходите, выбирайте, наслаждайтесь. Группу «Юниор-1» за украшение нашего турнира и провожаем экс-маркета. Далее группа «Юниор-2», также «Латина». Победу в этом финале одержали Александр Ковалев, Елизавета Борисова, город Брянск, Ставай Донслав, тренеры Руслан и Валерия. Yeah.
Валерия Айдаева. Четвертая позиция, пара по номерам 245, Никита Лукашев.
шоу. Арина Дворянчик, Роза, Империя, тренеры, Сергей Минушевич и Екатерина Деровская. Пятая строчка итогового протокола по номерам 250. Владислав Хомич, Екатерина Саверко, Минск, Аурум, тренер Александр Леонтьев и Ольга Борецкая. И шестое место занимает пара по номерам 262. Дмитрий Прохоренко, Анастасия Антонюк, Минск, там я, тренер Павел Янцев и Марина Пастык. Сиба,
Ну что же, друзья, завершается последнее торжественное мгновение турнира Минск Open Championship 2022. На этой прекрасной позитивной ноте мы хотим сказать вам спасибо, что провели эти выходные вместе с нами. Конечно же, мы не прощаемся. Мы говорим вам до скорых встреч на новых турнирах.